Всем доброе-доброе утро. Сегодня на завтрак у нас блинчики со сгущенным молоком. Баксик уже позавтракал. Да, Баксик? Да. Сегодня еще обещаю поснимать снежинки с окошек, помыть окна, хотя бы здесь на кухне. И поставить решеточку, чтобы можно было хорошо открывать окно. По Баксику можно хорошо дышать свежим воздухом. Ну и проветривать. Серые улицы, серые люди, серое небо, не жизнь, а говно. Все по-другому, наверное, будет, если помыть наконец-то окно. Да, Баксик? Друзья, я опять в центре была, приезжала на почту. В общем, Диме пришла посылочка. Посылки, лекарства, которые необходимы Диме для ежедневного применения, чтобы у него не было спазмов для расслабления мышечной мускулатуры. Поликлиника уже все почистила. Поубирали. Ну, посылочка такая тяжеленькая. Там помимо лекарств, по-моему, еще что-то есть. Хочется сказать огромнейшее, преогромнейшее спасибо Максиму. Это Максим прислал посылочку. И всем, кто помог приобрести это лекарство. Всем-всем огромное спасибо, крепкого здоровья и всего-всего хорошего. Я сейчас хочу еще зайти в магазин. У нас здесь маленький мини-маркет такой. Ну, а потом домой поеду. Все, из магазина я уже вышла, друзья. Я купила там творога 9%. На рынке уже просто нет, разобрали, поэтому я такое сегодня блинчиков собираюсь нажарить и также сделать заготовочки. Вот, а сейчас я иду в аптеку, надо купить спирт, ну я его развожу с водой, чтобы обрабатывать руки, и взять еще тетрациклин в таблеточках. Я мешаю, вот это ж как Василий раненый, я ему добавляю, чтобы у меня всегда был хотя бы пластиночку. Тепло вообще, жарко. Сейчас, кто в зимнем ходит, то совсем без курток. Все, я уже дома. В общем, вот она посылочка. Мы с Димой позанимаемся, обязательно покажем. Что там? Так, это я купила в магазине. Вот такой творог 9%. Два штучки. Так. Там же в магазине купила вот такую лапшу. Это для супа. И вот такую приправку. Паприка красная, сладкая, молотая. В аптеке купила спиртик 3 пузыречка 96%. Это я развожу с водой и делаю как дезраствор, руки обрабатывать. Так, на рынке купила 4 яблочка. Вот, вот такие большие, по-моему, муцу называется. Яблочки по 90 рублей. Так, купила еще, у меня закончились вот эти одноразовые пакетики. Большие я купила, куда я мясо фасую, ну и все остальное. И купила вот такие маленькие еще. Скоро у нас пасочка, пойдем на кладбище, чтобы, как я расфасовываю, чтобы поминали, там конфетки, печенье ложу, взяла маленькие пакетики. Да и когда котов хожу кормить, лапки там, головки, чтобы в большой пакет не ложить, а в маленькие все-таки экономнее. Так, ну и купила еще
Котам еще корм 200 рублей. Вот такой килограмм. Ну, потихонечку. У нас здесь нету. У нас здесь 280, 450, может уже по 280 и нет. В общем, очень дорогой здесь, в этом микрорайоне. А на рынке вот я купила, как говорится, подешевле. Вот. Сейчас Бабчик все проверит. Ну, пахнет, наверное, корм, да? Да. Ну, в общем, все, сейчас занимаемся, и я же говорю, мы покажем, что там в посылочке. Друзья, ну как я и обещала, не дождались мы, чтобы Дима позанимался и отдельно. Я думаю, пусть Дима занимается, а я открою и покажу посылочку. Еще раз скажу, что это посылка из Иваново от Максима. Ага. Так, теперь... Скажу сразу, Дима просил у Максима, да, если получится достать лекарства. Ну, а я просто объяснила, говорю, что там, если будет коробочка или две, что это будет очень маленькое по объему. Я попросила, говорю, или коробку в коробке положить, или какую-то книжечку немножечко для утяжеления. Ну, так, чтобы, знаете, не затерялось ничего. Ну, Максим, я смотрю, тут наложил целую посылку, как говорится. Так, ну и покажу, что. Так, это... Вот такой кофе Nescafe Gold. Я буду вам поближе показывать, потому что далеко стоим. Так, дальше. Ой, пахнет так. Прям даже запечатано аж это. Вообще. Так, вот такой Ричард чай. А я еще как раз говорю... Кофе допили, сейчас пьем такой нерастворимый, который заваривается. Так, шоколадочка вот такая, чернослива, арахис, карамель. Ну, сладенькая. Да, мы любим. Я тоже мужа хочу шоколадный. Мне тоже шоколад. Так, вот такой большой пакет, кулек конфет. Ну, конфетки тут разные. Все, будем... Чаек пить, гостей принимать. Вот. Не будем. Так. Дальше. Еще кофе Монарх. Вот такое. Да. Так, ну, это вот непосредственно три пачечки лекарства. Максим, ну, я не знаю, тех слов благодарности, наверное, недостаточно. Низкий поклон вам и всем, кто, я же еще раз повторюсь, кто участвовал, помог вам в покупке этого препарата. Спасибо еще раз огромное. Так, ну и это вот такие кухонные салфеточки новогодние. Вот такие. Так, сейчас. Ну, потому что здесь снегири. Елочка в снегу. Баксик пришел. Что это тут без меня, да? Рассматривают, раскладывают. Ну, а они даже разные. Вот они как комплектиком. Вот такие. Так, ага, вот так вот. Спасибо еще раз огромное. Крепкого всем здоровья, мирного неба над головой. Да, ну, а Дима продолжает заниматься, а я все это сейчас разложу. Да, Баксик? Дима сказал камеру не выключать, он будет заниматься, а я пойду своими делами заниматься. Да, Баксик, пойдем.
Друзья, добрый вечер. 5 часов вечера у нас. В общем, я наконец-то я помыла окошки, сняла снежинки. На улице вообще показывает 23, но это на солнце. Поставила сеточку. Оно и пыль не так, а то ветер сильный, пыль вся летит, а через сеточку все-таки лучше, оно задерживает. Вот. Снежинки я прилепила вот сюда на зеркало. У меня такое зеркало вот было, оно там в стороне стояло, я им и не пользовалась, так не смотрела. Ну, думаю, куда еще прилепить. Ну, в общем, пусть здесь они и будут. Вот так. Так, еще что. Пожарила блинчики я, намешала. Творог буду начинять. Я еще яйцо одно добавляю, чтобы оно как слипалось хорошо. А здесь я тушу сердечки. Сейчас немножечко еще протушатся, прожарятся, долью водички и, как говорится, доведу до полной готовности. Так, ну, а здесь я еще размораживаю бедрышки. Еще мне нужно сварить бульон на завтра, завтра сварить супчик. Ну и, в принципе, день мой закончен. Слышите, какой ветрюган сильный? Прям вообще.